Дорогие друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал «Живи в Сочи». Со мной сегодня офис продаж жилого комплекса «Монте-Кристо». Вот он находится за моей спиной. Находимся мы, сразу, наверное, скажу, в самом центре Адлера, да? Да. До моря сколько метров? 600 метров. До моря 600 метров. Дом бизнес-класса. Посмотрите, какой он красавчик. Мы уже заехали сейчас на подземную парковку. Сейчас зайдем внутрь и вам все. А как зовут-то? Дарья. И вам все Дарья расскажет. Я уже был в холле. Тут подъезд, опять же, да, не поворачивается язык назвать. Красоту такую. Смотрите, друзья, оценивайте. Итальянский керамогранит. Лифт эксклюзивный Кремон. Ага. Очень много декор-элементов, люстры. Даже столовые ящики, все это изготавливалось на заказ. Можно я даже вот так, да, сакцентирую внимание? Привлекались топовые дизайнеры Сочи. У нас очень качественная отделка. Угу. Консьерж-служба. Угу. Возьмем тогда квартиру, да, на просмотр. Да, я предлагаю подняться на какой-нибудь высокий этаж, посмотрим виды, покажешь несколько квартир, там от самой дешевой до самой дорогой. Да, хорошо. Хорошо. Так, лифт у нас получается один, но он сразу большой, да, грузопассажирский? Да, это лифт Клеман, он двусторонний, со стеклянными вставками. Таких лифтов, в принципе, по Сочи всего несколько штук, но одни из них. У вас даже так аккуратно отделали, обычно фанерой забивают, такой ужасный лифт. Нет, получается. Нет, у нас консьерж и в целом застройщик не разрешает поднимать здесь. А, поднимают снаружи, да? Да. Угу, правильно. Качественная отделка у нас. Слушай, ну очень красиво, мне прям нравится. Угу. Люстры, бра на стены, все это изготавливалось на заказ специально под этот дом. Итальянский керамогранит. Ребят, ну кто хочет в таком доме жить, ставьте лайк. Я бы не отказался. 28,5 квадратов, 5700 сейчас минимальная цена у нас в комплексе. Угу. Наверное, надо было сразу, ребят, предупредить, в соответствии с локацией, в соответствии с классом дома, цены здесь как бы не дешевые. Сразу предупреждаю, цены такие. Минимальная стоимость за квадрат 165 тысяч за квадрат. 165 тысяч за квадрат. Хотя, если относительно взять всего города, на самом деле цена ниже средней. Если взять именно центр Адлера, то у нас для нашего комплекса это еще минимальная, маленькая цена. Сколько в среднем здесь у вас по Адлеру? Если смотреть до Ленина, то средняя где-то 180, 160-180, то есть мы по ценовой категории не отличаемся от конкурентов, но мы очень сильно отличаемся по отделке, по качеству, да? По качеству, по видовым характеристикам. Каждая квартира у нас с двумя панорамными окнами. А давай, наверное, уже зайдем, чтобы не стоять в коридорчике. Расскажи, вот это сколько еще раз квадратных метров? 28,5 квадратов, 5700 она стоит. Планировку у нее можно распланировать отдельно, как спальную зону, кухня отдельно, санузел. Также есть балкон, угу. Прекрасный на Сочи. На Давай Адлер. Выйдем, смотрим. Так, заходим на балкончик. Что у нас? Здесь у нас море. Море видно. Вот, в принципе, по прямой, если идти вот эти 600 метров, 5 минут пешком, спокойным шагом, столовые, рестораны, кафе, все. Ну вот за вот этой стройкой, которая, да, я думаю, еще долго будет в таком состоянии, сразу уже у нас пляж и море. Да, вот слева сразу школа, номер 49. А, еще и школа рядышком? Да, вот она. А, вот она, да? Да. Ага. Что еще здесь? Торгово-развлекательные комплексы, остановка общественного транспорта, вокзал, аэропорт 15 минут езды, Красная Поляна полчаса, парк Южной культуры, парк Бестужева. То есть здесь ездить, погулять с детьми, покататься на велосипедах, Олимпийский парк мы сейчас с другой квартиры посмотрим. Зимой Красная Поляна, да? Да, то есть для комфортной жизни, для того, чтобы приехать отдыхать, это вообще идеальный вариант. Даш, ну скажи вообще, вот как ты считаешь, для кого вообще этот жилой комплекс? Для тех, кто хочет иметь вот квартиру в городе Сочи, приехать, отдохнуть, уехать, максимум, может быть, вне сезона ее сдавать. Угу. Ну, сдача здесь 100% пойдет как длительная, так и посуточная. Да. Ну, центр Адлера, вот она, центральная дорога, кстати, да? Да, улица Ленина. Улица Ленина, и вот они мы, собственно говоря.
У нас в комплексе минимальная площадь за квадрат 28,5 квадратов, то есть это самая маленькая площадь. Но это самая дешевая цена в вашем комплексе? Сейчас, на данный момент, да, 5700 самая минимальная цена. 5700. Как ты думаешь, если посуточно сдавать такую квартиру, вот именно вот эту, по сколько можно сдавать? В сезон 4000. Смело, да? Да, смело. Ну, еще в зависимости от ремонта, если у вас классный будет ремонт, то можете там 5-6 смело загинать. Да. Пойдем, ладно, в следующую посмотрим. А, смотрю, газовый котел, да, сразу да, надо пояснить. Газовый котел в каждой квартире установлен. Доплата есть? 180 тысяч. 180 тысяч доплата. Помните, я вам говорил, что за газовый котел везде есть доплата. Вот вам, пожалуйста. Так. А, итак, следующая квартира, площадь. 66 квадратных метров. Цена сейчас появится, ребят, на экране. Даша забыла. Спали мы. А, ну здесь вообще красота, панорамное остекление. Идеальная планировка в плане того, что можно сделать отдельно две комнаты. Угу. А, большая кухня с обеденной зоной, балкон, балкон французский. Так, ну-ка подожди, как мы здесь все распределим? Здесь, конечно, встает санузел, сюда кухонная зона с выходом на балкон. Да. Кухня-гостиная, и здесь... Ну, здесь... Две комнаты спокойно можно сделать. Если хотите, да, можете отгородить. Если не хотите, можете вот в таком свободном пространстве, в большом, ходить с панорамными окнами. Представьте, в белом, да, стиле какой-нибудь ремонтик такой классный сделать будет вообще. Французский балкончик. Французский балкончик. Красивое название. Но... Выйти подышать. По сути, да, чтобы не выпасть просто. Будем называть вещи своими именами, да? Так, ну-ка, а там... Там полноценный балкон большой. Да, здесь уже нормальный балкон, здесь уже, да, хороший балкон. Здесь прям можно террасную мебель поставить, пить чай, не знаю, приедут к вам друзья, родственники. Здесь можно балконную вечеринку устроить. А, блин, друзья, надеюсь, будет видно. Сейчас очень дымка, да, почему-то какая-то? Ну, да, как туман, жара стоит. Надеюсь, будет видно, да, вот они, заснеженные горы. Блин, у нас люди купаются, а там заснеженные горы. Поистине, да, у нас город контрастов. Мы находимся сразу за администрацией Адлерского района. У нас тупиковый заезд, улица Павлика Морозова. Угу. То есть здесь, в принципе, никто лишний на эту улицу не заезжает. Всегда есть место, где припарковать машину. Ну и, соответственно, дом у нас расположен таким образом, что нет шума от проезжей части, как, например, улица там, Демократическая, Кирова, Просвещение. Все дома бизнес-класса, которые от нас в пешей доступности, все они стоят на проезжей части. Да, кстати, Адлер, посмотрите, какой зеленый. Ровненько и зелено. Олимпийский класс. Парк. Олимпийский парк, да, ну 20 там... 20 минут пешком, ну мы сейчас получим. 20 минут пешком? Да. Реально. Так, и последняя на сегодня у нас квартира, площадь? 53 квадрата. Цена, опять же, появится сейчас на экране. Ага, заходим. Она также идет квадратные планировки. Угу. Спокойно дверь, две комнаты изолированные. И также отдельно кухню можно сделать. Угу. Квартировка. Так, давайте выйдем на балкон традиционно. Да, вот здесь кухня встает, здесь санузел. Ну, здесь, собственно, там пространство. Обыгрывайте его, как хотите. И хорошего такого размерчика балкон. И вот она у нас как раз улица Ленина, самая центральная улица. Вон он весь центр у нас. А, вон, кстати, фиш даже видно. Видите? Стадион наш, на котором у нас открытие и закрытие, да, Олимпиады проходило, если не ошибаюсь. Почта, ЗАГС. Торговый центр «Плаза», торговый центр «Новый век», «Сбербанк», «Альфа-банк». Ну, все в ребят, здесь, в принципе, все ясно. Центр города, здесь все есть. А чем отличается центр города Сочи от центра вашего города? Что у нас еще тут и море в шаговой доступности? А, Даш, давай завершать уже наш репортаж. А, объясни, пожалуйста, что по документам. Дом сдан, не сдан, проходит ипотека, не проходит. Дом сдан в 2018 году. Mm-hmm. Статус квартира, земля в собственности, 50% комплекса уже распродано, осталось в продаже 40 квартир. Сейчас по большей части идут ремонты, люди готовятся к сезону, mm-hmm. также вот, кто будет приезжать, тоже отдыхать. Ипотека? Ипотека проходит, материнский капитал тоже, рассрочка индивидуально обговаривается. Mm-hmm. Все? Ну все, спасибо, Даша. Кто хочет, ребят, оформить ипотеку, сейчас на экране появится наш сайт.
заходите, оставляйте заявку, Женя вам перезвонит, у кого какие-то сложности, вообще без проблем. А так, в принципе, обращайтесь на наш общий номер, все покажем, расскажем, покажем альтернативу. Ну и не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Все, всем пока. Даша лайк поставит. Она старалась.